Да уж. Всем привет, друзья, с вами Ромашка Стелс, это Аркадное Утро, и сегодня будем играть в Magic Sword, дорогие друзья, Heroic Fantasy. Честно сказать, по-моему, я эту игру уже видел. Игра от компании Capcom. По-моему, я ее уже видел, по-моему, Марк Обещает проходил на своем канале эту игру, но, по-моему, не с аркадных автоматов, по-моему... С какой-то консоли, возможно, Super Nintendo или Sega. Точно не могу сказать, но я точно что-то подобное уже видел. Возможно. А может быть и нет. Но давайте пройдемся, поиграем. Я так понял, это... платформер фэнтезийный с элементами прокачки. То есть такой с элементами RPG. Посмотрим, что это такое. Не битэмап. Наконец-то, наверное, для кого-то. Кому-то, возможно, они надоели, потому что у меня их крайне много стало в последнее время в аркадной рубрике. Вот, но посмотрим. Ладно, пойдем посмотрим, действительно, что это такое. Вот тут у нас много-много героев различных. Тут и маг, вон там и все дела, и ниндзя какой-то, и что хочешь тебе. Вот, но играть мы будем за чувака с щитом и мечом. Вот. Либо с алебардой и с щитом. То есть, ну, короче говоря, это основной персонаж, а остальные вот эти вот всякие ниндзя, шминзи, это все дополнительные ребята. Вообще даже такое ощущение, что немножечко это какое-то костыльвание отдает. С босс-файтами и прочим. Вот, ну, Capcom, 90-й год. Давай посмотрим, короче говоря. Вот у нас, смотрите, говорит... О, это столько у нас этих... Столько этажей. Ну, пойдем, наверное, сначала. Выбирать-то мы, наверное, не можем. Не, можем. Ну, начнем сначала. Это накапливается энергия, и ты стреляешь. Я понял. То есть, по сути, можно самый конец уже сразу пойти, да? Ключ у нас прыгать можно. А, вижу, вот еще и ХП у нас тоже есть. Интересно, для чего нужны деньги? Возможно, это экспа, может быть, нет. Ключ надо взять. Ну и, конечно же, использовать. А, вот как раз мы открыли Амазон к себе. Теперь она с нами ходит и стреляет всячески. О, так тут можно по несколько. Да ладно, лучше бы я Амазон поставил. С девчонкой было бы прикольнее ходить, ну лично мне. Там я... Ауч! Смотри, зато сундук достал с ХП. Каким-то образом получилось так, что ХП у меня уже не полное, хотя я что-то не припомню, чтобы я дамаг получал. О, это мантикор, что ли? Нет, это химера. В принципе, босс, по идее, наверное, должен быть несложным, но мне кажется, мы сдохнем. Нет, осилили. Ага, апгрейд меча. Фальшион мы взяли. Слушай, прикольно. Надеюсь, если мы тут не сдохнем. Ну, в смысле, наоборот. Если мы вдруг тут сдохнем, то меч у нас не отберут. То есть прокачка не сольется. Это было бы крайне плохо. Я смотрю, только вот когда ты свой меч прокачиваешь, у тебя прокачивается и этот самый, и твой напарник. То есть он другими уже оружиями бьет. В
судя по всему. Вообще такая прикольная игрушка, на самом деле. Для тех, кто соскучился по фэнтезиатине на канале, что называется. Ниндзя! Ниндзя, да, я выбираю ниндзя. Все остальное мне ничего не надо. Мы с ниндзя до конца пойдем. Сами понимаете, почему. Но смотри, нет, у меня выбили меч все-таки каким-то образом. Каким-то образом меч у меня все-таки выбили. Ну смотри, я тебя сейчас выпущу, и чего мы, и как мы будем дальше работать. Выпустить я выпущу, а и чего? Будет там какой-нибудь маг. Не хочу мага. Ау. Да, фальшион, конечно, у меня вылетает периодически. О! Это мы быстренько, типа, на этот самый, на другой этаж. Нихера себе, тут с острова Пасхи, чуваки. Ниндзю убили, походу. А нет, он здесь, просто он слился с окружением. Ну, крылатый ключ какой-то взял. Это, наверное, что-то очень прикольное. Ау! Ну, continue, да. Чуть-чуть тебя откатили назад, но это ничего страшного. Вот этот крылатый ключом открывается. Ах ты, собака, прикинь. Были враги. А что это я за магию такую использовал, интересно? Вот, молния, короче. Короче, я хз, ребята. Я хз. Я бы всех спасал бы, конечно, но, блин. Мне хочется с Линдзюкинским ходить. А не со всякими магами. Эксцентричными, как бы сказал Влад. Ну вот и все. Нет, я выбираю Линдзюкинского. А, вот, в общем, ты с кем-то рядышком. О, я все понял. То есть не обязательно. Я понял. Короче, не обязательно. Ты что ж такой, ты какой-то сильный чувак. Не обязательно выбирать того, кого надо. Тем более у нас ниндзя, как до сих пор и остался. Ау! И так вот мы по этажам пойдем, а их всего 33. Охренеть можно. На самом деле долго так придется путешествовать. О, ниндзя, смотри, новыми этими кидается, звездочками. Более крутыми. Ох ты, у нас еще и фея какая-то появилась. Вот этого я что-то, честно говоря, не помню. А, она нам хп, короче. Ну, короче, поесть принесла. Круто. О, смотрите, бэкграунд какой классный. Там типа Колизея что-то. Вот первый босс. Но ниндзя здесь удобные весьма. Ах ты! Надо на ту сторону перебраться, на самом деле. Ауч! Не меч его, это конечно.
Вот опять не показывается, сколько хп у босса. Как здорово было в Кастельвании Рондо в Блата. Мы, кстати, лишились нашего... нашего ниндзя. А сколько ж тебя бить-то можно, дружище? Все, замочили. Очень много монеток. Но остались без ниндзя. Остались без ниндзя. И вот у нас, покажется, мы на четвертом этаже. И у нас теперь новый меч. Самурайский. Хотя он не сильно похож на самурайский меч, если честно. Ну да ладно. Продираться не буду. Как раз он больше и похож на фальчион. Или на какой-нибудь скеметар. О. Что с магией, я не понимаю, как ей пользоваться? То есть я нажимаю две кнопки, и это что, у меня тратится хп на это, или что тратится во время этого? А, тратится хпсики. Хпсики тратится, все, я понял. Только что обратил внимание, нормально. Еще тут щитом надо пользоваться все-таки. Он здесь действительно работает. Ай-яй-яй-яй-яй, смотри, сколько собак принеслось вообще. Да что? Успокойся. Что, ключа у меня от этого нету, что ли? Да я готов тебя отпустить, но у меня нечем. Меня сейчас убьют. Сейчас попробуем. Ну давай попробуем вот с этим чуваком походить. Он вообще ни хрена не делает, правда. А нет, смотри, какие щиты понаставил. Они падают вниз все равно. Слушай, тут такая жесть вообще творится. Пипец какой-то. Я не знаю, как тут выживать. Но это же, это трэш. Без должного как бы количества монеток здесь не проживешь. А Мишай проходил это на консоли. То есть у него не было бесконечных монеток. А да, ты пишай хардкорш. Давай, давай, я хочу выпустить кого-нибудь. Во, давай, я с тобой буду ходить. Ты красивая, мне нравишься. Это ведь не босс или босс? Непонятно было. Вот, здесь у нас кто? Нет, не нужен вор. Не нужен вор, я хочу с тетей ходить. Ну вот что это такое было-то? О, ниндзя, ниндзя, вот ниндзя, да. Вот все, ниндзя, это ниндзя. Жесткий какой-то маг у нас вообще просто задамажил. Будь здоров. Восьмой этаж. Башня. Тебя не могу, могу тебя. Но я оставлю ниндзя. И яблоко синее взял. Голем какой-то пришел. А чё с ниндзей-то? Почему? Ниндзя пропал. Ладно, паркур не страшно.
летучие мыши, это пипец какой-то. Уж лучше реально я... Это, нет, это трэш какой-то. Ну а как мне от них избавляться? Это же вообще кошмар. Это вообще невозможно. Они налетают, ничего не сделаешь с этим. Кислоту упал. Нет, трэшак, конечно, полнейший. Но в плане неплохого, а в плане тяжелого. Очень сложно. Но сразу на 10-й. Окей. Короче, не надо тут стесняться пользоваться ключами. О, карта. Интересно, что она даст. Пипец, вы посмотрите, что творится. Ну вот этот прикольный, кстати, Wizard. Хотя тут, если посмотреть, так и приловчаться более-менее, то оно вроде-то и ничего. Ну, давай тебя откроем. Тут скелеты. Вот собака. А, у меня еще ключ есть. Ой, это феечки. Которые ничего не сделали. Ну, ладно. Побежали дальше. Внезапно. Не медузы, хотел сказать медуза, мумия. Да что ж такое? Какой-то багет он нам выдал. Ну ладно, давай пойдем, чем мы будем ждать тут кого-то. Маг удобный, на самом деле. Да ладно, я в воду упал, это меня задамажило. Ну, хотя логично, иначе бы они не стали бы вот этих штук делать. Хорош, хорош. Поехали. Маг на самом деле очень удобен, как напарник. И он чаржится долго, конечно, но зато он практически ваншотит. О, маг вот этот огненный теперь, другого уровня маг. Ау! А если не атаковать, короче, то у тебя будет щит применяться. Но это я и так уже увидел, но... Левел 3 у мага, кстати. Вот, щит новый. Мы пока неплохо держимся, но я думаю, то, что это все продлится недолго. Как бы я этого не хотел, но я хочу ключ очень. Что со мной сделать? Хочу ключ. Пришлось задамажиться чуть-чуть. Но сейчас босс-файт. О, еще какой-то летающий толстый чувачок. Это, наверное, какой-нибудь еще один дракон будет, возможно. А, ХП. Причем, блять. Причем для мага в том числе. Да, и сразу минус один уровень. Этот чувак в химеру превратился, не в дракона. А с химерой мы дело уже имели, вроде как. Там мяч мой нет. Есть. Все. Минус напарник. Ну я его заофул, смотри. Меч он нам не выдал никакой новый. Это у нас самурайский. А нет, смотри. Бам, это что у нас? Бродсворд, окей. Окей, окей. Погнали дальше. На следующие уровни. Это 20 этажи, по идее, должны быть, да? Или с 10 по 20? 13.
водопад. И щит у нас самый плохой, да? Ну, понятно. Логично. Главное, чтобы меч был хороший. А вот здесь, смотри, тебе щит сразу выдают тот самый, тот, который у тебя был на предыдущем уровне. То есть тебя тут не заставляют по новой собирать. То есть, в принципе, тебе дают то, что надо тебе. То, что у тебя было, скажем так. Так, ключ есть, хорошо. Нет, меч я тебе вам не отдам. Да сразу на 19-й. Ух ты, неплохо, неплохо. Не, ну такими темпами мы особо сильно-то здесь не задержимся. Имеется в виду в этой игре. Давай как, давай. Пак. Я зря, конечно, это сделал. А, хорош. Ах ты, ладно. Тяжело без напарников, но вот тебе дали самого страшного, как всегда. Ну вот что это такое? Перепрыгнул. Внизу какая-то травка, какие-то кувшины. Наверное, выпадает из этих чуваков. Да, слушай, у меня топор на самом деле пронашивается-то очень здорово. То есть он прям сразу по всем. О, есть много ключей. Ну, такой щит у меня уже есть. Надо что-нибудь по это. Поинтересней. Такие сильные это прям реально. Да ладно, ну что ж такое. Это типа мы открыли. Вот, а вот этого хочу. Как немножко по-другому выглядит. Блин, здесь что-то реально очень много. Очень много было мумий стрёмных. Это ХП. Надеюсь, оно выпадет откуда-нибудь. А, отлично, тут была ловушка. Смотри, умираем гораздо чаще уже. Чем выше этот самый, чем выше этажи, тем сложнее, логично. Тут вообще везде ловушка. В каждом сундуке, ну прикинь. Накапливаем магию. А, да и ладно, я тут не могу, что ли. Давай поверху пойдем тогда еще. Троглодиты какие-то адские. Но мы здесь можем спуститься. Не можем. Ничего себе. Ну ладно. Это мы можем спуститься здесь, и мы можем сделать вот так. Да, чтобы пройти эту ловушку. Нескончаемый поток чуваков, конечно, врагов. Это, блин. А что за магия-то? Я вот не понимаю, тут здесь написано иногда magic. И что это за magic? И, типа, что надо делать? Непонятно! О, какой-то крестоносец. Давай с тобой походим. Вот, мэджик. Вот что она делает? Что мне надо нажать, чтобы была мэджик? Не это. А, это просто у тебя, наверное, меч бьет. Начинает бить именно конкретно огнем. Или я хрен знает, короче, не могу сообразить. Слишком я туп для этого. Особенно с утра. На, понял. Слушай, а мы что, меч просрали, короче, свой, прикинь? У меня самурайский, а был этот броуд. Где-то я про это самое
Обидно. Обидно. А, нет, смотри, ты воскрешаешься уже с Brawl Sword'ом. То есть, в принципе, не беда. Я здесь по-божески все сделал. И вот, допустим, я взял магию. И она все равно у меня огненная. Не понимаю вообще, что происходит. Нет уж. Но щит мне раздолбали. Нечего сказать. Да голем, отстань от меня. Пипец какой-то. Вообще. Жара. Логично. О, со мной ниндзя пришел. 5-го уровня. У нас есть ключ? Давайте свалим отсюда уже наконец. На 23-й этаж. Ух ты. Ниндзя очень удобный. Но дамаг у него, я так понял, не очень сильный, но зато за всякими мелкими чуваками он расправляется быстро. С ваншотными. И разброс, конечно, у него сюрикенов очень полезный. То есть можно вообще особо не метиться ни в кого. Ух ты, какие тут твари-то летают. Вот здесь ниндзя, смотри, на помощь приходит очень хорошо. Вот как раз просто таких действительно вот массовых пауков, например. Что-то прям с это самое сконцентрировался. Нет, хочу ниндзя. Нам с ним хорошо. Вот это лучше откроем. Ух ты, что-то я так... как флэш, тюх, метнулся на другой этаж. Почему так? Кстати, скоро уже придем к этому самому, к следующему. У нас сейчас покушать выйдут виноград, курочка и молоко, видимо. Ну или кувшин с чем. Босс файт? Да, похоже на то. Какие-то огромные червяки. Ну ладно, давай здесь стоять. И как мне их перепрыгивать, интересно? Ну понятно, что я уже, считай, сдох. А, нашел, короче, лайфбар у босса. Я его просто не туда смотрел. Вон он, в самом верху. Но страшная тема. Короче, я не знаю, как с ним драться, потому что на этих штуках укрыться нельзя, запрыгнуть на них. Надо бить конкретно в синие шары. И это крайне надолго. Такими темпами. А учитывая, что он дамажит по всей длине... Ни разу не попали. Да ладно, ну что ж такое-то. Один удар остался, вроде бы. Ну давай, присылай. Держи. Так.
А, Flamesword, вот это уже другой разговор. То есть уже зачарованные оружия пошли. Ну, до 33 уровня, в принципе, не так далеко. Единственный вопрос в том, то, что дальше? То есть 33 уровень это последний, типа, этаж или нет? Вот опять выше. И они будут всегда, они будут всегда. Лучше здесь пробежать по бурам, на самом деле, я так думаю. Не задерживаться. 26 уровень. Этаж, ладно. Скорпионы. Что-то мы их в последнее время в играх очень часто встречаем. В последних двух они точно были. В Knights of Valor были скорпионы. В Legend of Heroes. Теперь и здесь. Я, конечно, укрылся, но ненадолго. Фига, каменюки какие-то падают, самураи летают. Сможем открыть? Это по идее... Да, по идее это на другой этаж. Да ё-моё! Бегаем! Черт! Было неожиданно. Ну смотри, ниндзя с нами ходит прямо вот до конца. То есть он уже еще ни разу не пропал. Ну, он его выталкивает этих чуваков с острова Пасхи. С помощью сюрикена прямо за конец экрана выдвигает. Пойдем поверх попробуем. Сундуки какие-то есть. А, вниз не прыгнешь. Да, там был. Да, там как раз был этот. Вот тут я что-то взял. Ауч. Короче, это усиливает просто. Вот это вот magic, это усиливает твою магию, которую ты из меча выпускаешь. Типа она у тебя либо быстрее чаржится, либо что-то вот в этом роде. Не-не-не, я с ниндзя остаюсь. Все, поехали далее. 28-й. Remaining 23, кстати, осталось не... Там не 33, получается, этажа, а больше. Если у меня сейчас, блядь, если у меня сейчас 28-й, получается, то осталось еще 23, короче, тут порядка, тихо ты, порядка, получается, 60 уровней, или около того. Ау! Ну или 50. 50 с чем-то, короче. А здесь я не могу открыть. Не могу. Ух ты, какой демон сатана. Давай попробуем его. Да ладно. Я его ножницами отменил. Вот я дурачок. Короче, 51 уровень здесь. Или нет? Или 50 ровно? Что у меня с математикой еще происходит? Хотя, у меня с утра всегда башка соображает. Ух ты, какой нехреновый шлем.
все правильно, 51. Ой. Стыдоба, конечно, стыдоба. Нам нужен напарник хоть какой-нибудь. Ну, он ниндзюкинский вообще отлично. Причем крутой ниндзюкинский 7-го левела. Но лучше нам здесь, конечно, поторопиться. Уходим. Ниндзя умер, что ли, у меня? Да. 7-го уровня ниндзюкинский уже слетел. Очень жаль. Да ёкалы мене. О, амазонку мне выдали. Опа! Ты смотри, что творится. Я думал, я не смогу перепрыгнуть. У меня ключей нет, по-моему, вообще никаких. Вот какой-то есть. Синенький. Ой, синенький, серебряный. Ниндзюкинский, давай с тобой. Вот, смотри, они у него аж это аж. Да что ж ты делаешь-то, собака? Пошел! Фига, тут паркурить надо по-черному просто. Яблочко хорошо. Все, валим, валим. Круто, прикольный ниндзя. Ух ты, 32-й уже. Уже 32-й этаж. Вообще игрушка, кстати, прикольная, увлекательная, достаточно динамичная. Тут тебе и кто хочешь, и ниндзя, и вон и самураи летающие, и амазонки, и паладины, и маги. В общем, это супер-мега крутая фэнтези, как любят японцы. Чтоб было все. Это магия? Да. Пам-пам-пам. Но она будет не то, что мы. Хотя нет, тут даже получше палка. Она... А, у меня минус уровень. Да, жалко. Но ничего, ничего, ничего. Вот как юзать вот эти всякие какие-то карты, шмарты. Непонятно. Понятно. Пойдем направо. А, нет, пойдем налево. Слева дверь. Хорош. Видели опять значок вот этот вот Амбреллы. Ну, не совсем Амбреллы, но тот, который Капком почему-то очень любит во все свои игры вставлять. Какой-то у них это заговор вселенский. Непонятно, что дает значок. Ой, скорпион превратил меня в камень. Я драться не могу, но ниндзя может. А мне понадобится? Подожди. Не-не-не, подожди. Нам понадобится здесь камень. Этот разламываем, а сюда забегаем. Вот здесь, смотрите, ниндзя как прикольно убито. Только не мумии! Бак! Спины успели прибежать. Наконец-то. А ключа нет, что ли? Все должно быть. По идее, скоро должен быть босс.
ни хрена себе, тут маг какого уровня, каких масштабов. О, давай сатану. Блять, я опять ножницы ебучие. Ну что ж такое? Чё ж я такой дурачок, что их выбираю? С сатаной не удается выходить в паре. Хоть посмотреть, что он может. Все, жопа у меня здесь. Да. Я это прям увидел сразу, как зеленые черти полетели. А нет, смотри, сатана с нами. Он, правда, более уровня другого. Тот был, по-моему, поболее. Но этот вообще на всю эту самую. Практически, ну, ненависть экран, конечно, но своими мечами хреначит очень знатно. Хорош. Вот эти еще плюются, кстати, зелень вот эта вот она. Вот, что не очень круто. Я хочу тут сундук взять, мне кажется, это важно. Конечно, сейчас могу лишиться всего. Но там много-много очков достаточно. Хотя я что-то, честно признаться, не знаю, что они нам дают. КП. Смотри-ка, это важно. Жратва! Есть. А вот и босс файт. Видимо, предпоследний. Смотри, какой чувак. Великий Трокмар. Дай мне сил. Короче говоря, яви гидру из... Гидра, значит. Будет много-много-много голов у нее по итогу. Щит хороший. Надо взять. Сейчас успею. Ну, конечно, это похер, но... Хотя бы так. Ну, не, просто у нее две башки, и все. То есть, не такая уж это прямо гидра. Ну, хп у нее крайне много в этой гидре, я хочу сказать. То есть, мы ее дамажить пытаемся, но выходит у нас не очень хорошо. Блин, она вот молниями дамажит очень знатно. Вообще не отпускает нас. Ну, блин, вот вроде дамаг вписываем. Вписывается он не очень хорошо. Хотя нет, смотри, вот сейчас прям очень классно задамажит. Прям очень хорош. Я ожидал чего-то большего, потому что мы с драконом уже, блядь, дрались. Вот. Так, новый меч. Великий меч. Очень хорошо. Я так понял, мы на пути к финишу. К финалу. Потому что сейчас у нас должны быть этажи уже 40-е или типа того. Какие-то чем лишь, наверное, полетят. Да, вот они уже, я их вижу на горизонте. Один сундук пропустили, да бокс. А, нет, еще не 40-е. Еще 38, только 38. Ну ничего страшного. Я думаю, что мы все равно на пути уже. Смотри, тут ловушки и что хочешь. Ах ты, я тут попытался увернуться от всего, но. Да зря. Смотри, там какие фрески интересные. Фак. Да хрен ты увернешься здесь. Нет, это я возьму. Мечишку-то надо брать. Да ладно, а что нас дамажило, я не понимаю. Что, взрывающиеся скелеты теперь еще и вред наносят.
сатанист плохой. 39 этаж. Скоро, я думаю, уже будет финишная прямая. Фак. И с последней десяточками. О, хорошо как. Очень вовремя щит вылетел нам. Вот это вообще серьезно, дядька. Ну да, сатанист нам очень хорошо помогает, поэтому... Даже не знаю, кого мне... Нет, ты слишком хорошо нам помогаешь. Я останусь с тобой, пожалуй, дружить. Все, 40-й. И финальная десятка, я думаю, уровней стартует. Ух ты, какая удача. Но у нас нет ключа. Или есть? Есть у нас ключ. Сразу на 41-й. Прикольно. Это было быстро. Ловушка. Еда. Супер. Да ё-моё. Да я давай пытаюсь тебя открыть. Я с сатанистом буду ходить. Поэтому сейчас досталось. Ух ты! Это я еще не видел. Да что это такое? Эти ловушки в сундуках, это уже не круто. Фига и какой молнии шандарахую. И еще мега-супер меч, да? Thunder Sword. Все здорово. Сразу на 42-й. Ну, не сразу, мы были, по-моему, на 41-м. И супер мега-щит, слушай, вот такого щита у меня еще не было. О, ну, здесь можно вообще на пролом идти. Хотя щит-то работает 2 секунды, на самом деле. Ах ты, да ладно. У меня такой тайминг интересный. Так, 43-й. Мы все ближе и ближе к финалу. Вот тут какие-то уже мобы даже, которых я никогда не видел. Верхом на таких больших дракончиках. Опа! Это было неожиданно. Там большая монетка, смотри, чертей-то здесь. Опа, успел взять. Не знаю зачем, но, блин. Какая разница? Надо. Лежит огромная монетка, как мне взять? Ух ты, нифига себе, а чё? Нет, это минуса, ребята, успокойтесь вообще сразу. Мы сатанисты тут. Мы слабаки. Вообще игра классная, на самом деле. Надо посмотреть ее у Абишая еще разочек, глянуть, на какой платформе он ее проходил. Но, по-моему, он все-таки проходил на какой-то из приставок. Все, ладно, пойдемте. То есть это явно был не аркадный автомат. Ау. Карта. Ну дверь-то пока практически уже вот, уже прям вот. Да ладно, серьезно? Заходим, пока не сдохли.
Так, 45-й. Ну, а здесь мы уже, мне кажется, карточку не вытянем. У нас щит такой еще слабый. Хотя не то, чтобы мы им пользовались особо, я тут тупо иду, как в контре. Чисто мочиловым. Без всяких там каких-то... Ладно, как по самураю не попали. Я какое-то черное перевернутое сердце взял. Первый раз такое видел за всю игру. Но оно мне, видимо, сняло ХП вместо того, чтобы восполнить. Да ё-моё, ну сколько можно ловушек в сундуках делать? Это же не это. Некрасиво так поступать, короче. Опа! Верка. Осталось всего ничего. Ключ я не взял. Причем, возможно, ключ от... Фак. Причем, возможно, ключ от этого. От входа на другой этаж. Хотя, мне кажется, тут, ну, он... по умолчанию тебе дается, то есть ты не можешь прийти и типа такой. У меня ключа нет, ничего не могу сделать. Надо идти обратно по уровню. Да как что? Я не понял, что у нас там дамажнуло. Вот это очень качественный момент был. Тихо. Да ладно, не успел. Чё, курочка есть? Сложно, да. Здесь уже действительно сложно. Я думаю, что если тут играть, скажем так, с одной монеткой, то это вообще хардкорище дикий. Ау. Все минус щит. Ух ты, какая там хрень. Слушай, наш сатанист очень серьезно пострадал. Аж до 5-го левела его показали. Тут собаки вообще. Какая жесть. Там только магическую книжку взяли. Хоть она нас чуть-чуть. Пипец какой-то. Все, валим, валим, валим. Почти, почти добрались. Кстати, я заметил то, что тут уже сильно ты не поменяешь этих самых напарников. Хотя нет, смотри, есть тут новое. Ну чё, сатанист, давай отдыхай тогда, что делать? С этим походим. Вроде тоже сумасшедший. Хотя, может быть, не Зюнецкий будет. А, нет, не Зюнецкого нет. Не скелеты. Может, как-то можно понять, что... А, у меня нету для тебя ключа. А, нет, есть. Не, клерик, я с тобой покажу. Или кто-то там, крусейдер. Рыцарь, короче. Опа, опа. Вот эти огромные курицы, это прям то, что нужно. Но я еще дурачок тоже, видишь, я не пользуюсь ни щитами, ничем. Я машу во все стороны, как угорелый. А там же можно блокировать все вот эти вот атаки-то дальнобойные. Окей. Король теней. Ну было же.
давно уже химера такая. Ну да, он прыгает, смотри, прям в нас. Не все так просто в этой жизни. Супер-мега-ключ. Дрынь. Все, 50-й, и потом еще один. Еще один. Какое-то мистическое, хрен поймешь, что происходит. Помидоры вылетают. Но это я понял, да, само собой. Да ладно. Что было-то? Так, ну давай, давай, это мейн босс. Серьезно, сатанист очень. Ничего, один кубик мы ему уже потратили. Уже неплохо все. Но он вообще дикий. Вообще просто дичайший. Он еще даже по нам не попал вот этой своей ультимативной хренью. Да ёшкин кот. По одному удару, конечно, не камильфо вообще наносить. Тем более он еще очень часто летает. Подожди, если это последний босс на 50-м этом этаже, то тоже будет на 51-м. Ах, я понял. Знаменитые тролли из Капкома. На финальном боссе сделать еще сундук, который тебя дамажит. О, Ниндзюкинский, привет! Очень здорово, что ты с нами оказался вдруг внезапно. Все, дамажим его до конца уже. С этой, короче говоря, вот с этой орбочкой вы можете контролировать. Так, use lever and buttons, yes. Я стал новым Дарклордом. Прикольно, и все по новой, типа, да? Короче говоря, на плохую концовку прошел. Ну а мне, смотри, мне Орбочка пообещала вечную жизнь и контроль над всем миром. По-моему, неплохо. Как-то так, дорогие друзья. Вот такая вот игра Magic Sword от компании Capcom. 1990 год. Очень неплохо. На 90-й год. Очень, очень неплохо. Увлекательно, динамично, фэнтезиово. Опять же, как японцы любят, они в фэнтези пихают всех. Всех, кого только можно. Потому что это фэнтези, значит, там могут все быть, кто угодно. И правильно, я поддерживаю в какой-то степени этот момент.
Играть было весело. Играть было весело, но для меня, наверное, вот именно сейчас, вот именно в это утро, конкретно в это, да, не вообще, а вот именно сегодняшнее, для меня немного слишком динамично. То есть прям аж, бжж, я ж ничего особо-то не понимаю, что происходит. На меня как свалились все вот эти вот монстры, уроды. Я так это... опешил сразу. Вот. Такие дела. Это была рубрика «Аркадное утро», друзья. Увидимся сегодня на стримчиках, на видосиках и завтра, опять же, на рубрике «Аркадное утро». Опять же увидимся. Всем хорошего дня. С вами был Ромашка Стелс. До новых встреч. Счастливо.